Так, доброго времени суток. С вами Михаил. Хочу поиграть в живую сталь и посмотреть быстрым бойцом против сильного. И выберем мы сразу, где у нас Зевс. Получается самого матерого. Ну давай, чувак. Не подведи. Блин, большая машина так-то. А вот так? Ага, блокируем, да? Это чё, блин? Бу! Еще. Вау! Подожди, братан. А вот это вот плохо. Очень плохо. Так, что ты еще умеешь? Выносливость, броню главный. Вау! Не забывай. Да что я нам? С этим-то да, уже потяжелее будет. Весовая категория совершенно другая. Опа! Неплохо. Удар бьет. Так, а что тут? Ага. Смотрите, я ему руку повредил. Отлично. Вау. В дыню. Тихо, братан. Воу. Да что же ты, блядь? Ну ё, давай. Опа. Еще. Смотрите, повалил. Притом, не напрягаясь, можно сказать, этим приемом. Давай, я знаю, ты сильный. Тут одним приемом можно его, мне кажется, это интеллектом не блещет. Оп. Опа. По сети еще, конечно, не научился играть. Ну, даже войти не могу в нее. Оу. Братан. Считай, что ты труп. Есть секунду. Ну да, он встанет, наверное. Станет, точнее, вот эти вот время кончится и раунд закончится. Да и так встает, видимо. Здорово, здорово. Ну что, он нас даже не потрепал. Это как странно. А, там. Давайте. Опа, поломал. Ну руку бы я ему поломал. С удовольствием. Бах. А так. Опа. Вот этого удара нам бояться. Еще вторая рука, смотри. Фу, голову сломал. Не сломал еще, конечно, но... Попляшем. Иди сюда. Ну, вставай, давай. Не хочу, чтобы ты так проиграл. Все. Пипец. Охренеть. Лошарик. Так, на этот раз мы... Давайте выберем. Также я сделаю. И вот это вот... Noisy Boy. Или как я его... Noisy Boy. Ладно, сейчас мы... Ну, это вот, наверное, вообще проблем не составить вырубить. Бух. Странно. А вот он как-то руки отбивал. Тихо, братан. Оп, в голову получил. И сам зашатался. Оп, тихо, тихо, тихо. О, промазал, смотрите. Упс, и сам зашатался. Ну ладно. Хоть выносливость у него тоже это. Опа! А еще? Тихо, братан, ну ты чё? Не злись. Ну, он тоже не такой уж сильный. Воу! А вот так вот. Очень прикольный удар, мне нравится.
Superman Punch. Блин, жаль, тут ноги нельзя включать. Наверное, в следующий раз попробую создать робота и как бы, скорее всего, легким, который быстрый, какой-нибудь там соберу, ну, супер крутого каратиста. А так вот, о, смотрите, по голове прям нормально. Теперь он меня зафигарил. Ух, держит блок, молодца. Вот она сила где. А еще, охренительный прием. Все, шатаемся. 9 секунд осталось. Бум! На последних секундах. Ну, можно, в принципе, голову оторвать. По крайней мере, я сейчас вторую руку ему оторву. Оп! И еще. Вот, смотрите, голову оторвал. Красавец парень. Неплохо, неплохо. Так, теперь кого выберем? Также легкого выберу. И против, против. А давайте вот этого метро. Или метро, как его там. Здоровый такой кабан. Ну, сейчас мы его выхлопаем. Ух, выносливость-то, конечно, я ему истратил. Тихо, братан. Тихо, тихо, успокойся. А вот это вот зря. Охренеть, барахолка, блин. Бу. А еще? Ух, неплохо. Против каждого робота свой прием, я смотрю, у него. Который неплохо действует. Оп. Тихо, тихо, тихо. Держи еще. Оп. Смотрите. Жизни почти выбил все у него. Вау. Оп. А так. Бух. Красавец. Встанет? Да встанет, я думаю. Смотрите, долго лежит. Он даже не очухивается. Неужто с первого раза нокаут был? Братан, да тебе вообще тяжело пришлось, смотри. Ух, по башке. Смотрите, рука и голова уже в проблемном состоянии. Все, я думаю, с этого он вряд ли встанет. А охота его еще побить, конечно. Маленький мышкитик. Прыгай, давай, давай. Ну давай. Ну. Фу. Теперь можно бить. Вау. Братан, да ты чё? О, блин, время закончилось. Ну ладно, что он полечит? Руку, да? А зря. Будем бить в голову. Оп. Смотрите, уже вторая рука у него. Все плохо с ним. Бум. С первого же. С первых минут. Секунд даже. Какое. Он, блин, охренеть. Оклемается, интересно. Слабак. Еее, супер, мы его еще можем пробить. Воу, встретил молодчага. Мне даже нравится, когда он сопротивляться начинает. Ух! Держи, братан, подачку. Смотрите, у него все желтое. Я его сейчас стукну, он просто это... Улетит. Ну что ты, блин? Тихо. Вот такой дури там меня промазал. Бух.
все, думаю. Это конец. Не вставай, давай. Прибираемся. Нет, этот раз вряд ли. Давай. Все, конец. Ну что-то вообще. Хо. Кого еще выбрать, даже не знаю. Так, выберем. Так, это у нас метро. Давайте вот этого скоростного выберем тоже. Ну давай. С ракетом на голове. Ух, встретил. И все. И поплыл. Оп, а так. А вот так вот. А вот так. А еще. И все. Молодец. Смотрите, сопротивляется парень. Еще. Блин, да что же это? Неплохо он бьет, кстати. Даже можно им попробовать поиграть. Вау. А вот так. А еще. Хрен, да? Апперкот. Поплыл. Вот этот удар мне у него нравится. О, желтый. Сильный просто. А вот так вот. А еще. О, смотрите, просто. Неплохо. Братан. Неплохо я его усыпил. Смотрите, после. Ну, действительно, каждый робот и своя фишка. То есть, если против меня огромный и неповоротливый свой прием. Если быстрый, то другой прием просто меняет. Неплохо. Видите, уворачивается более-менее, как бы еще. А вот этот вот приемчик, где он там? Ну что ты меня бьешь-то? Все, не можно бить. Ох, блин. Хреново. Не побили друг друга. Ну уже руку мою это подпортил. Красавчик. Что я скажу? Раунд 2. Вау. Классно он увернулся, смотрите, да? Жизни выкачал, жизни просто. А вот так вот. И еще. Ох, неплохо. Сейчас думаю, может и не стать. Вставай, чижик. Ну, отлично. Еще. Не возьмешь его так просто, да? А вот так вот тогда. Бум! Вот это вот я хотел. Ну чё, парень. Попал. Сейчас с ним легко будет справиться. Нифига. Шустрый все-таки малый. Так, что у него? Еще одна рука. Сейчас сломается. Даже промазал. А вот так. Ладно. Держись, держись. Сейчас мы его. Смотрите. Ни хрена он одной рукой не может меня. Ну, неплохо держится парень. Да что же ты? Как я так не попадаю по нему, а? Смотрите, он жизни уже сравнял, молочага. Братан. Я заигрался. Ладно. Главное не бояться. Все.
Сейчас мы его уроним, думаю. Не этим ударом, конечно, я хотел, но... Да, ему повезло. Третий раунд. Еще и без одной руки продержался. Просто, просто молодец. А давайте голову сделаем. Снесет, так снесет и шоку. Будем на равных. Ну что? Сразу же ему апперкотом. Оп. Досталось тебе, брателла. Еще. Бубен-то, смотрите, неплохо. Ну. А куда? Ну, я думаю, сейчас руку ему сломаю. Нет, встал. Встанет? Не встанет, да. Ну, бей. Все, парни. Он кончился. Он даже вставать не может. Офигеть. Жалко, конечно. Ну, что поделаешь, это бой. Так, кто он сейчас на очереди? Так, теперь ты был. Интересно. Двухголовый, да? А давайте такого же нельзя, жаль. Давайте двухголового. Ну чё, динозаврик? Посмотрим, как с тобой. Смотрите. Сейчас мы тебя... Подожди. Готовься. Все, шатаемся. А жизни-то у него практически закончились. Тихо, братан. А вот так вот. А еще. И последний рывок. Отлично. Но он такой техничный робот. Мне нравится им играть. Она ведь не скажет, что он что-то может наделать. Интересно бы на прохождение таким играть. Ну что? Еще? Оп. Оп. И... Бум. Просто разносит их. Молодец. Да я еще играть научился, когда на прохождение. Братан, вставай. Ну что? Встанешь? Встань. Еще. И еще. Добьем тебя. За рекордно быстрое время. Ну, я думаю, сейчас все уже. Второй нокдаун подряд. Хотя, блин, давай. Все. На 10 он просто не собрался. Ну что, всех закосили, и притом очень легко. Молодец, железяка. Ладно, с вами был Михаил. Спасибо, кто меня смотрел. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.